Предварительное голосование завершилось 30 мая в 8 вечера. С этого времени начался подсчет голосов. На сайте партии сначала появились итоги онлайн-голосования, потом к этим цифрам добавлялись данные из протоколов счетных участков. И тот, кто хочет проследить за этим процессом, он может видеть на сайте партии, как эти цифры меняются. А меняются именно в связи с тем, что обрабатываются протоколы очного голосования. Поэтому я считаю, что до полуночи мы эти цифры туда внесем. Отметим, не во всех регионах праймериз проводились в двух форматах – очно и электронно. Общие данные по округу. На участке пришло 115 тысяч югорчан. В онлайн-формате проголосовало более 80 тысяч жителей. Впервые в Югре столь масштабные были проведены предварительные голосования. Я считаю, что это активная работа как самих кандидатов, активная работа местных отделений, активная работа регионального отделения партии. В Нефтеюганске проголосовало около 13 тысяч горожан, половина онлайн, половина очно. На каждом участке за процедурой следили наблюдатели. Как заявили в интервью нашему каналу представители местного отделения партии, нарушений зарегистрировано не было. Нефтеюганцы в этот день активно себя проявили. И также хочу отметить, что вот первый эксперимент электронного голосования, он тоже показал себя с положительной стороны. Особенность нынешнего предварительного голосования – высокая конкуренция среди кандидатов. Для привлечения потенциальных избирателей участники использовали разные методы – посты в соцсетях, поквартирный обход жителей, встречи во дворах. Что меня радует больше всего, что очень много общественников в этом году приняли участие. И очень много среди кандидатов новых лиц. Я думаю, что это тоже очень хорошо, потому что новые лица, новый взгляд, новые решения, они пойдут только на благо наших горожан. Добавим окончательные итоги по кандидатам «Единой России», которые будут представлять партию в Государственной Думе, будут определены на съезде в Москве 19 июня. Наталья Платонова, Дмитрий Смирнов, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».